Недавно в MMORPG Terrisland случилось закрытое бета-тестирование, которое оказалось закрытым техническим тестом, на который в свою очередь можно было попасть, просто зарегистрировав любую почту в лаунчере игры. Аттракцион невиданной щедрости вскоре подошел к концу, разработчики объявили о достигнутом пределе зарегистрированных пользователей, так что нет, на текущем этапе в тестирование попасть уже не получится, и это не очень хорошая новость. Хорошая же заключается в том, что я на это тестирование попал, его отстримил, и теперь в формате хайлайтов хочу поделиться с вами первыми впечатлениями. Спойлер, они положительные, но, как говорится, не все так однозначно. Не забываем подписываться на канал, в том числе и на наш ВК по ссылке в описании. Меня зовут Мадлер, это портал Go.ru, и мы начинаем. Как покупать новые игры, если сервисы не принимают оплату из России? Все очень просто. Игровая площадка Keys for Gamers. Здесь можно приобрести как игры для множества сервисов и платформ, так и просто пополнить кошелек в Steam, Blizzard, PlayStation, Xbox, все, что вашей душе будет угодно. С такой же легкостью можно пополнить баланс в Amazon, Nintendo и iTunes. Просто зайдите в раздел карты пополнения. В наличии игровая валюта, всевозможный софт от антивирусов до Windows и предзаказы. Ну а самое главное, здесь вы найдете методы оплаты, действующие с территории РФ, от банковских карт, включая МИР, до Киви. Кстати, по промокоду ГОХА действует скидка аж в целых 20% на любой товар. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Ютубчику привет, лайк, подписка, колокольчик и все такое. Будем смотреть сегодня Terrisland. Выкатилась она в ZBT, которая, в общем-то, и обещали выкатить, и вот, собственно, выкатили. Что из себя представляет эта игра? Если в двух словах вы не смотрели уже несколько наших роликов, которые вышли на канале, то это, по сути, в общем-то, такой наш ответ, наш в плане китайский, а не наш, ответ WoW, то есть World of Warcraft. Воспользовались ситуацией, сложившейся между Blizzard и Китаем, я буду так вот прямо говорить, никто иной, как Tencent, вот они подсуетились. По их, как бы, информации, они 3 года где-то делали эту игру, и вот сейчас усиленными темпами они ее форсят, усиленными темпами игра заявляет о себе, очень много геймплея, очень много разной информации по ней появляется, разработчики как будто бы открыты для общения. Что они обещают? В общем-то, ну, много всяких рейдов, короче, все то же самое, что было у World of Warcraft, не знаю, на каком качественном уровне, но смотрят они точно в ту сторону. И немножечко PvP. И все это без pay-to-win системы. Ну, якобы. При этом, как бы, они обещали, что не будет гендерной привязки к классам, то есть можно будет выбрать как женскую, так и мужскую версию. Но вот здесь я уже, как вы видите, немножечко, чуть-чуть, вот столечко поиграл, и получается, что все-таки гендер-лог тут есть. Как с остальными обещаниями будет, я не знаю. Редактор персонажа, на мой взгляд, конечно, такое себе прям, ну, очень сильно такое себе, потому что, ну, вон прям вот мобильной версии от него разит, собственно, потому что это мобильная версия и есть. Сейчас у нас будет возможность сравнить это все с ПК-версией. Короче, вот такие вот у нас классы. Ну, было заявлено вроде как 8 классов на ZBT, но так как мы понимаем, это не ZBT, а техническое тестирование, то вот этот класс еще недоступен. Тем, которым я хотел бы поиграть больше всего, потому что я видел, как этот парнишка раздает в геймплейных роликах, и был, в общем-то, приятно удивлен. В общем-то, тут как бы есть две версии этого персонажа. Насколько я понимаю, это вот просто нульцевый, и это уже после там создания чего-то, какой-то там робы, херобы. Я так понимаю, может быть, просто после пробуждения, или это он в топовом виде будет так выглядеть. Но, честно говоря, ничего супер, короче, такого офигительного с визуальной точки зрения я не увидел, если честно. Короче, тут, в общем-то, все, ну, если брать конкретно роли, то, ну, вроде бы как танк ДД тут присутствует. И, в принципе, ну, так оно и должно быть, если мы говорим о некой замене WoW, потому что WoW — это нестареющая классика, да, и вот в этой нестареющей классике мы привыкли к отыгрышу ролей. Не все MMORPG поддерживают эту тенденцию, скажем так, но здесь она, безусловно, будет. Стрижечки. Ну, вот так вот, в принципе, неплохо. Но очень-очень-очень скромный набор, прям максимально скромный, я бы сказал. Просто, типа, ну, вообще, как бы, ни о чемошный. Я бы так даже больше сказал. А что у него, кстати, цвет бровей как-то не поменялся? А, вот, цвет бровей есть. Все, окей. Отдельно цвет бровей выделили, ну, что ты будешь делать? Короче, вот так вот это все выглядит, вот так вот это вот можно отдалить. Но вы понимаете, да, выглядит она, как бы, полностью как мобильная. Тут у нас, в общем, топ-таргет, ничем нам этим, ну, мы не удивлены тому, что это топ-таргет. А, ну, и скиллы, как бы, прожимаются великолепно. Ну, чтобы вы понимали, да, пинг, как бы, шикарнейший тут.
базаров нету. Так, ну и тут нам показывают, что мы вот будем сражаться с боссом. Сразу же дают понять, в общем, что из себя представляет игра. Я, насколько понимаю, глубокая проработка будет конкретно PvE составляющей. Так, он сейчас какими-то там метеорами, по-моему, будет херачить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну да-да-да, тут, ну, вообще, как бы, она узнается, вот, в этой игре прям узнается этот самый World of Warcraft с первых ноток. Прям с первых ноток. Плохо ли это? Ну, для тех людей, которые давным-давно ищут замену World of Warcraft себе, я думаю, что это замечательно. Уже не один раз мне на стриме писали люди по поводу того, что, типа, блин, во что поиграть, вот, чтобы было похоже на World of Warcraft. Я думаю, что Tencent тоже в курсе этой тенденции, точно так же, как люди, которые вот у нас тут пишут, там, типа, Genshin Impact, да? Люди, которые выпускали Genshin Impact, HoYoverse, по-моему, или как они называются, они были в курсе того, что Zelda на ПК и Андроиде охренеть как выстрелит. И сделали Genshin Impact. И вот здесь Tencent знает, что World of Warcraft, в принципе, всех уже немножечко поднадоел. Значит, можно зайти на этот рыночек с неким аналогом. Ну, вполне узнаваемым аналогом, да? Это должно быть нечто узнаваемое. Чтобы народ такой пришел, о, у нас тут рейдики, о, у нас тут туарены, туарены, как туареги, короче, все. У нас тут туареги. И, в принципе, довольно узнаваемые там классы, довольно узнаваемые расы. Мир игры? А вот, собственно. Ну, я хочу сказать вам, это, конечно, не World of Warcraft по размерам, но, собственно, и World of Warcraft, если что, не сразу стал таких размеров. Так что, ну, я думаю, что это в порядке. Ютубчик, мы переключились на ПК-версию. Она скачалась прямо на трансляции, и мы в нее зашли. Давайте посмотрим на классы тогда. Чем черт не шутит-то? О, ну насколько это все сочнее. Нормас, нормас. Ну молодцы, успели, выкатили. Если бы они сделали это еще пораньше, до начала трансляции, было бы вообще замечательно. Графоний максимум, да. Музыку потише надо бы. Сделаем потише. Вот этим вот чебуречком бы я побегал. Вот прям с удовольствием бы побегал. Но, чтобы вы понимали, здесь на китайском написано, что этот персонаж пока недоступен. Так, народ, ну, не, ну это совсем другое дело. Ну это правда совсем другое дело. И нам еще там дали на сердца волков. Короче, квесты, ну вы видите, да, какие? Убей, принеси. Короче, короля волков нужно убить. Ну и вообще, в принципе, а где волки? Ну и волки же здесь должны быть. Ну и они как бы здесь были, так а где они? Где, мать вашу, волки? Не, ну приятно выглядит, приятно. С точки зрения графония выглядит довольно приятно. Нормас, нормас. Под пивко, как говорится, пойдет. Ну и сам факт того, что здесь, в принципе, можно атаковать на ходу, вот это вот все работает, уже приятен. Ну, потому что в Вовке, как мы помним, такого нет. То есть на текущем этапе, все говорит о том, что у Tencent может получиться в сложившейся ситуации взять и сделать свой Вов, который будут играть. То есть делали убийцы Вов, выходили и закрывались. И тут хренак себе, знаете ли, у Вова случились проблемы. А народу как бы тоже, ну, нервы-то не железные, подзаколебало все это дело. И такие хренак, и все играют в Терислен. Ну, это в идеальном, как бы, случае. Идеального ничего не бывает, но я думаю, что все равно у них шансы довольно неплохие. Вы помните, подобный квест был в World of Warcraft? Вы помните, мы там превращались в Огра на острове вот на этом, на стартовом. И вот так же вот, собственно, тянули за собой кого-то, типа, как будто бы мы там Огр и на территорию заходим. Прям вообще очень похоже квест. Да, знак Орды. Ну, я не хочу сказать, что это Ctrl-C, Ctrl-V. Это как бы... Это вдохновлялись у нас называется, наверное. О, блюдо, кабать твое. Телепорт, телепорт. А дамаг все равно не прошел. Или прошел. Или он был такой минимальный. Ну, не хуже, чем Вов точно. Хотя, ну так, сравнение такое себе, да? В плане того, что Вов 2000 там какого, 3-го года, и тут 2023. Всего лишь 20 лет прошло. Ничего не изменилось. Данж, погнали. Идем в данж. Follow me. Ну, это обучающий такой. Тоже, кстати, как на острове вот в World of Warcraft, прям, считай, один в один. По сути, мы сейчас, да, проходим просто квестовые вот эти вот обучающие моменты. Момент. Нормально маг заливает. Вполне недурственно. Мне нравится. Ну и то, что можно перемещаться, как бы, во время каста, тоже добавляет. Потому что, честно говоря, конечно, вот эти вот бодрые стоялова... В Throne and Liberty привет передаю. Это точно не 2023 год. О, босс. Tap to skip. Будем мочи. Это типа элемент... Кстати, у меня какой-то элементаль есть, да? Прикольно. Куда, мразь? Похоже, какая-то следующая стадия у нее.
Звуков игры не слышно, как, ну, самой игры не слышно, только музыка слышна. Ну, это, к сожалению, почему-то, ну, вот так вот на техническом этом тестировании устроено. Не знаю почему. Наверное, потому что оно техническое. ЗБТ, да, будет 27 числа. Вот прям уже официальное. То, что они действительно подразумевают под ЗБТ, пока это как бы какая-то техническая... Ну, это уже демкой не назовешь, потому что она реально как бы, ну, нормальная. Ну, много, кстати, титулов разных прикольных. Но это тоже хорошо. Наши атрибуты, ну, по сути, типа, по вкладочкам все разбито. Вот тут можно за репутацию в маркете что-то покупать. Ну, допустим, вот я взял маунта, но он вообще, по-моему, был бесплатным. Материалы, короче, за репутацию тоже можно покупать. За дружбу, ну-ка. Короче, очень много видов валюты разные. Интересно, а мы можем вот отсюда прям как громызнуться? Давайте громызнемся. Ю-ху! Маунт прикольный? Маунт прикольный. Мне нравится. Ну да, вот эти вот маленькие нюансики, допустим, то, как маунт этот исчезает, тоже прикольно, прикольно сделано. Не наотчепись, скажем так. Не наотчепись. Короче, вот наши скиллы. Все это дело, понятное дело, развивается. Поинты нам даются. Их можно апгрейдить. Я понял. У нас 3 поинта. Допустим, уотербомб какой-то мы берем, да? Ну, с этим, понятно, надо сидеть разбираться. Очевидно. Пишем тут вот апгрейд. Ну, а и ресетнуть, кстати, все это можно. Очень недурно. Апгрейд. Короче, пассивочки. Пассивочки. Что по скиллам? Вот наши скиллы непосредственно. Апгрейд all. Есть кнопка прям супермобильная. Ну, базаров нет, она удобная. И мы как бы заапгрейдили. И есть еще пламя. То есть у нас и ледяной, и огненный маг может быть. Слушайте, а, ну он пока как бы невозможно, да, его сделать. И тут explosive fuse. И у каждого из них есть, собственно, своя уникальная механика. Это довольно интересно, я считаю. Есть какой-то уровень проработки у игры, даже на этом уровне. Хотя, ну, казалось бы, можно было просто каких-то скиллов там насобачил, можно побольше просто скиллов. Нет, есть какие-то свои специфики. Это интересно. Это заставляет как бы подумать о том, что, может быть, у них и рейды будут какие-нибудь проработанные, там тоже какие-то механики будут свои. Ну как свои? Свои. Все изначально ее и называли клон World of Warcraft. При этом как бы Tencent этого особенно-то и не скрывают. Не скрывали то, что, в общем-то, они смотрели в сторону World of Warcraft. И ты, когда просто начинаешь в эту игру играть, это становится еще очевиднее. Я скажу так, что у меня как бы эта игра отторжения не вызывает. Видно, что она еще в сыром состоянии, но это исключительно техническое состояние ее такое. Но потенциал как бы довольно недурственный у игры. И вот это вот самое атмосфера MMORPG, которую мы любим и которая, типа, заставляет нас полностью погрузиться в проект, она здесь прослеживается, на мой личный взгляд. То, что мы нашли, получается, помните, мы исследовали, нашли какой-то тотем вот этот вот. И этот тотем можно как бы в репутационный контрибьюшн вот этот вот внести. Понятно. Типа, таким образом мы прокачиваем репутацию, и я так полагаю, что это, типа, что-то вроде как репутации локации. Ну, тоже, ничего не напоминает. Внешний вид? Внешечка! Пхоникс Роуп! А что, еще что-то есть? Чего у меня тут красненьким горело? Вот такое есть. Вот такое. Вот такое. Ничего не нравится мне пока что. Вот это прикольно. Вот это прикольно. Ну, это под фаера прям, под фаера. Что там еще? Оружие, да? Ну, типа, вот, ну, вот это, как бы, разумеется, тоже под фаера. Вот это еще вроде недурственно смотрится. Недур... Не, ну, хотя, в принципе, слушайте, да нет, и вот это тоже хорошо. Pendants. Можно себе будет на голову он погрузить вот такую вот... Ну ладно, вот это вот что-то нейтральненькое, просто будем блестеть, да? Вот эти вот люди, которые играют на 1, 2, 3, 4, 5, 6, вы кто вообще? У вас пальцы, что ли, блядь, вытягиваются на такое расстояние? А я тут был, да, получается? Сколько там, на 13-м, вот на это 7-й уровень этот мы прошли. Library of чего-то там, of Chaos, библиотека хаоса, тоже. Но это уже до 13-го надо докачать. На 17-м уровне, на 27-м уровне данжи, 33-й. А, это уровень экипировки. 17-й, 27-й, 33-й и 37-й. Ну, подозреваю, короче, здесь можно будет до 37-го уровня прокачаться. Сюжетец как? Ну, что-то происходит. Что-то мы смотрим. Что-то скипаем. Есть челлендж на первое убийство босса. Боссов. Ну да, я тоже такое слышал, что у них там будет какой-то челлендж. Какие-то, ну, не очень большие суммы, но они будут платить за убийство первых боссов. Короче, они будут сюда вкидывать нормально бабок. То есть денег точно не пожалеют. Ну, реально не пожалеют. Жалеют бабла. Но, тем не менее, как бы, не за графоний, как бы, мы любим MMORPG. Каким бы графодрочером, в кавычках, я не был, я в любом случае прихожу к мысли о том, что, слушайте, ну окей, просто все кругом про графику. О, мы на Unreal Engine 5, там у нас типа игра выходит, эта игра на Unreal Engine 5, это как-то обычная какая-то дрочильня, которая нахрен никому не всралась, и которых просто миллиард. И в ней нет контента. Так может, слушайте, а давайте мы как-нибудь в контент поиграем? Ну, просто хотелось бы. О, ну
Ну да, дальше по данжу. Слушайте, прикольно. Не, тогда прикольный данж. Тогда прикольный. Я говорил, что на текущем этапе, когда у нас кризис вообще в принципе, не то чтобы жанра MMORPG, у нас кризис количества этих самых MMORPG с годным контентом и кругом целая куча всякой подзалупной вот этой вот кроссплатформы. Здесь выходит кроссплатформа G, которая обещает дать тонну контента, при этом без автобоя, с фри-ту-плеем, без pay-to-win'а, с кучей всяких рейдов, данжей, PvE всяких активностей, но в то же время как бы PvP тут будет слабовато представлено, на мой взгляд. То есть как замена WoW'у, потому что ну плюс-минус то же самое мы видим и в WoW, это выглядит более-менее адекватно. Мне достаточно забавно, как по мне. Здесь я вижу, короче, две проработанные версии, мы убедились в этом, под ПК и под мобилку. Игра явно сырая, потому что это техническое тестирование, и уже на техническом тестировании она довольно-таки играбельна. В ней не будет анального доната, в ней не будет этих гребаных карточек, в ней не будет, короче, NFT и прочих вот этих вот классных вещей, в кавычках, которые очень любят RMT-шеры и же с ними. Это не значит, что в игре не будет RMT-шера, все зависит только от того, будет в ней трейд или нет, или не будет. Но судя по тому, что они говорили по поводу развития рынка в игре и свободной торговли, может быть, оно тут также, кстати, и будет. И все продвинутые плюс-минус разработчики в курсе того, что RMT в некоторых случаях, и довольно-таки часто, может быть даже двигателем прогресса в их игре, то есть, ну, привлекать больше народа. Поэтому, как бы, на все это RMT смотрит сквозь пальцы. И если Tencent прошаренные, а выглядят они достаточно прошаренными, то этот момент они тоже будут учитывать. Ну, типа, мы плюс-минус понимаем, да, о чем идет речь. Типа, данжи вот эти вот, я никакой сложности в них не увидел. Я понимаю, что тут есть вот Normal Difficulty, Elite Difficulty, ну, Normal и Elite пока только есть. И, может быть, на Elite Difficulty это будет выглядеть как-то поинтереснее. В плане того, что там будут мобы пожирнее, может быть, они побольнее будут бить, но каких-то супер механик боссовых я не увидел, просто потому, что они как бы стандартные и в плане того они даже повторяющиеся. Вот что я могу сказать пока что по этим данжам. В конце кратко как-то подытожить. Графоний такое себе на любителя, стилизованный, напоминает сразу несколько каких-то MMORPG не самого высокого качества в плане графона, но как мы все прекрасно знаем, графон в MMORPG это не главное. Даже те, кто надрачивают на Unreal Engine 5, сюрприз, сюрприз, это я, в принципе приходят к такой мысли, что, знаете ли, хотелось бы уже контента, а не вот этого вашего брызг с экрана посредством Unreal Engine 5. И вот здесь я очень сильно надеюсь, что в плане контента будет что-то годное. Даже сейчас, на текущем этапе, вот это закрытое техническое тестирование, и игра уже вполне играбельна. Есть несколько рабочих данжей, PvP пока не пощупал, но, насколько я помню, оно будет представлено здесь батлграундами и аренами, то есть Open World PvP можно не ждать. В принципе, ожидаемо, почему? Потому что, ну, смотрели эти ребята явно в сторону World of Warcraft, и параллели прослеживаются невооруженным глазом, причем как только ты заходишь в эту игру. Есть уже на текущем этапе две версии, мобильные. Может быть, на мобильном она будет выглядеть нормально, на эмуляторе выглядит так себе, но эмулятор и не нужен, так как есть полноценная ПК-версия, которую мы здесь тоже можем наблюдать, и вот она выглядит, возвращаясь к графонию, такое себе, конечно же. Но, тем не менее, кому-то может такое понравиться. Я как не любитель подобного рода мультяшного вот этого вот стиля, я не в восторге, безусловно, от этого всего. Но, тем не менее, я готов дать ей шанс, просто потому, что у нас на горизонте нет никаких нормальных MMORPG. Все ожидали, вы сами знаете, какую MMORPG, и сейчас уже не знают, а ожидать ли ее вообще? И я так думаю, что даже сами разработчики там сидят такие, чешут репу и думают, а ожидать ли ее вообще? И делать ли ее вообще? Так вот, Terrace Land на текущем этапе выглядит более чем перспективно. Особенно, на фоне вот этих вот, скажем так, пошатнувшихся позиций Blizzard. Даже Diablo 4, которая, в общем-то, довольно успешно релизнулась, вряд ли способна будет прям-таки кардинально что-то изменить в этом плане. Так что, ну, еще раз, Terrace Land, на мой взгляд, выглядит достаточно перспективно. Одобряю.